А хоккейная «Минская Динамо» возвращается на Минск-арену. Последний домашний матч «Зубры» проводили 8 октября, после чего отправились в выездное турне из 6 встреч. Последние два противостояния проиграны, команда занимает 12 место на Западе. Приблизиться к зоне плей-офф белорусы попытаются сегодня в матче со «Слованом». В 19:25 прямая трансляция на «Беларусь-5».